День нараджэння сваёй сям'і маладажоны Александра і Яфім Лавінецкі вырашылі адзначыць не зусім традыцыйным чынам. Пасля ўрачыстай цырымоніі заключэння шлюбу і непрацяглай фотасесіі яны адправіліся не ў рэстаран, а ў гомельскі гарадскі сацыяльна-педагагічны цэнтр. Тут гасцей чакалі з вялікім нецярпеннем. Когда сказали детям о том, что к ним приедут молодожены в свадебном платье, радости не было предела. Тут же начали готовить плакаты с днем свадьбы, подарки, учить стихи. Мы только ориентировали их. Желание это было только детей. Как бы сделать сюрприз, как бы тоже, чтобы не просто им приехали и вручили. Они тоже хотят свою лепту внести. Молодожены завитали до детей далеко не с пустыми руками. Привезли цацки, развивающие гульни, малявничие диваны у группу и иншие приемные подарунки. Меж тем, до ухачаканных гостей выхованцы Гомельского городского социально-педагогичного центра так само сустрели ветливо. Желаем жить в любви и мире. Похоже было, чтоб на сказку. Александр и Яфім Лавінецкі з непадробнай шчырасцю успамінаюць. Калі валанцёрскі атрад беларускага гандлёва-эканамічнага універсітэта з пажывецкай кааперацыі прапанаваў ім паўдзельнічаць у дабрачыннай акцыі «Сям'я – гэта жыццё», пагадзіліся не разважаючы. Им вельми хотелось поделиться с детьми частинкой своего счастья и показать приклад иншим необыяковым людям. Получается, этим действием мы как бы других людей, которые думают только о себе, либо какие-нибудь злые, вот, чтобы они подобрели, чтобы они поняли, что в этом мире не, они не одни, чтобы заботились о других детях, которые нуждаются в этом, которым сложно в этой жизни. Мы создаем в этот день семью вдобавок и решили помочь детям, потому что каждый ребенок должен жить в благополучной семье. Молодые разместились с детками на новых диванах и принялись за гульни. Треба отзначить, все подаренные ими речи яны набыли как за кошт уласных сродков, так и тех, які гости збирались выдаткавать на святочный букет. Пара загадя домовилася с запрошенными на веселье. Замест кветок лепш зарабите подарунок детям. Зараз у Гомельским городским социально-педагогичным центре находится 39 ребят во возрасте от 3 до 18 годов. Яны опынулись тут по разных причинах. Але мара ва усіх одна – жить у полновартостной семьи. Тому и пожидание им от молодоженов отповедное. Я думаю, мы будем очень счастливы, потому что мы действительно очень сильно любим друг друга. И я желаю детишкам, чтобы они встретили на своем пути такую же искреннюю любовь и чтобы у них все было хорошо. Вероника Ворошилина, Катерина Жданович, Валерий Капанько, телерадиокомпания «Гомель».